Дорогие товарищи, Миша и сопричастные, если честно, я просто офигел от сознания того, что чемпионат по чтению «Открой рот» в этом году отмечает десятилетний юбилей. Все было как будто бы вчера. Ну ладно, позавчера. Было, конечно, давно. Я помню эти первые конкурсные этапы, этапы, в которых я принимал участие в качестве жюри. Я помню времена, когда жюри наливали водку, и к концу, собственно, самого мероприятия жюри было в хлам. Я помню обиженных девушек, которые смущались, увидев слово «хуй» в тексте, и убегали в слезах из зала. Я даже наблюдал за глобализацией этого чемпионата, за тем, как он, как его пытались плагиатить, его пытались повторять, как он развивался, продвигаясь за пределы Кемерово, Сибирского федерального региона, России. И к десятилетнему юбилею, конечно, Миша, вы подошли невероятно крутыми. Для меня чемпионат по чтению вслух «Открой рот» всегда будет самым демократичным контестом, можно я так скажу, да, если позволите, из всех, которых я знаю. Да, и дай бог, чтобы всегда так и было. Ну и, конечно, пускай с каждым годом участников становится все больше, потому что для нас, для людей образованных, начитанных, такие чемпионаты очень важны. Пускай книг будет еще больше, пускай люди будут еще более грамотными, ну и пускай дело живет и приносит, разумеется, ну, хорошую копеечку в долларах или в фунтах стерлингах. Миш, еще раз с днем рождения, спасибо тебе за то, что ты такой крутой, люблю тебя, и всем большой привет, пока!